Ух. Скленечка. Все, уперся. Надо разворачиваться. Вообще ни на шаг не отпускают казанцы. Просто клещом впиваются в спину. Не продохнуть. Ну, так. Там человек упал. И пока он не встает. Это Михаил Глухов? Да, похоже, он. 12 номер. Но тут Марк Антила. Не-не, Галеев все-таки. 22-й. Галеев. Ну и Марк Антила по... Тут чистый силовой прием, на мой взгляд. Да. Просто Галеев ударился об стекло. И частенько, и у меня тоже были такие повреждения, не очень приятно. Я думаю, что и к Марку Антилу здесь таких претензий быть не может.